Бодрящий утренний ран на мать. Погнали, 43. Урна. Не урна. Руна. Почти урна. Q6, 9H, 7X, куда? Кстати, хорошая руна. На самом деле хорошая руна. Здорово, Маверик. И вроде неплохие статы. Нормально. Скорость маленько хромает, но не страшно. Хотя нет. Кстати, я могу ключ даже найти через душу и Дэна. Но хочу ли я это делать? Возможно, и хочу. Вообще, конечно, буду ролить, наверное. Очевидно. Это неплохо. Это неплохо. Это определенно неплохо. Привет, Егорка. Это определенно не бесполезно, может быть. Блоди гусь может и помочь. Так, бомба тоже может помочь. Сейчас я могу паролить автомат. Вот у меня, возможно, не будет батарейки. Батарейка здесь есть. На, она 4 заряда, она прям кайфовая. Но, походу, все равно я не перезаряжу второй раз. Привет, Соломонс. Хотя... Нет, вроде хватит. Если не будет пустой рум, то мне хватит, чтобы перезарядить. Окей. Заряд будет. Вперед, Брюлё. Вперед, Мурлок. Тогда добро пожаловать на стрим. Это ключ. Ну ладно, пускай пока валяет. Я думаю, я так ключ найду, если буду ролить монетки с автомата. Пересом того. Вперед, Морг. Спасибо за максимальную удачу. Ладно уж, максимально просто выше среднего удачи. Это уже нормально будет. Куда уж там максимальную там. А если я сейчас себя взорву, я получу монетки или нет? Я хочу проверить. Возможно, получу. Нет, точно нет. Не, не получу. Ну и ладно. Так. Кстати, денег очень мало упало. Капец, мало денег упало. Я надеялся на побольше. Ока. Ладно, тоже сойдет. Ролл. Смешной треугольник. Так, теперь пошли в Керсу. Сходим в Керсу. Привет, плотников. Боже. Штука прокнула. Привет, Ахич. Привет, Серега. А, гуся прохуй, думаю, что за статы. Гусь очнулся. Так, ну давай еще паролим, наверное. Че, ключей хватает. Тупая собака. Нужно еще паролить. Тоже ролить нечего. О, нет смысла. Найс. Эта удача стала еле-еле больше одного. Ну, все нормально. Так, а что, получается, здесь скидки нет, да? Сверху. Я вроде довольно точно поставил бомбу. А! Я его не увидел даже... Даже так. Не увидел, что здесь этот суперменщина есть. Охренеть. Жестко. Бля, мне почти хватает на книжку, на ХП. Ну, как будто я не хочу брать книжку на ХП. У меня такой, такая смешная активка сейчас на руках. Как будто я даже не хочу ее брать. Привет, Крокош. Да, с автомата денег упало немного. Хлоэлакс. Я думаю, я оставлю чистую руну. Мне кажется, очень большой... Потанцевал очень большой. На.
Ангела. Скорее всего, да. И хп нет, и на дьявола идти нет смысла с этим ролом. Улучшает ему бесплатный ролиц. Пахнет ангелом в этом забеге, да, определенно. Тихо. Да, ангел, ёбу ваш выход. Причем, может, прямо сейчас будет ангела ёбса, кстати. Может быть, будет прямо сейчас. Вполне возможно. У меня есть красный хп на этаже. У меня есть костяшка. Скорости мало было. BFF, да, по идее, глаз усиливает. Я вот все думаю, надо ли мне BFF брать прямо сейчас. Наверное, надо. Все равно, может, потом что-то смешное еще найдем. Так, ты посидишь, наверное. Да типа не ради глаза, а ради как бы, ну... Ради будущего, ради светлого будущего. Может, потом что-то еще найдем. Такое же может быть. Такое же может, что я найду еще за 7 этажей? За 8 этажей. Нет, подожди, сколько этажей? Нет, еще за 6 этажей. Что я найду еще фамильяров? Такое, думаю, может быть. В это верится, конечно, сложно, но такое может быть. Что я еще найду фамильяров. Планетарий. Господи. Blessed Day. Сразу же. С нулевой. Кстати, да, он явно бафнулся, у него слезы толще стали. Так что польза определенно есть. Кто выжил? Ты выжил. Зачем ты выжил? Так, мне бомбы нужны на самом деле. Я, наверное, здесь сейчас пароль просто. Сегодня работа с нулевой. Кто ж по субботам-то работает? Нормально. Нормально. Ролик-то нечего. Зачем я это взял? Я еблан. Я поспешил. Зачем я взял синий хп сразу? Ладно, тогда уже не буду нафармить. Опять удача, офигеть. Еще удачи. Сколько удачи падает. Рыбки были. Ладно, это я не хочу нафармить уже. Я не хочу терять 3 синих хп уже. Поспешили. Ран шикарный. Старт просто прекрасный. Что-то было еще интересно здесь? Батарейка. Батарейка где-то была, у меня был ключ заряженный. Пока одно не понял, где секретка первая. Тут это я вообще не понял. Это я вообще не понял. Вторую нашел. Ну, даже если я сделаю с него оверчардж, это мне особо сейчас ничего не даст. Ну, хотя я могу дважды паролить босса, возможно. Смотрим. Все какашки тоже BFF-ные, тоже усиленные. Мощно пернуло. Сильно пернуло.
Да, я пойду по ангелам явно. Офигеть, какой этаж сумасшедший. 100 всего найти за один этаж. Это можно пока оставить, это можно порулить, но если будет ничего рулить. На боссе. Да, здесь нечего рулить. Роу. Ролл. Нормально. Красивый старт. Главное зеркало не разбить. Тера, по-моему, сломает зеркало, да ведь? По-моему, не ломает это. А, не мог появиться. По-моему... Сульфурик не ломает, а Тера-то ломает. Так что надо аккуратнее там. Камнями не разбрасываться рядом с зеркалом, то будет плохая идея. То может плохо закончиться. Опять куча грибов. А ломает точно, я по-моему недавно ломал файли. Просто раньше, по-моему, ломала и кислота, но они потом это переделали. Как будто они это потом переделали. Потому что раньше, по-моему, и то ломало. Сейчас только Тера, по-моему, ломает. Из таких слез. Ну давай. Теперь еще и мухи усиленные. Максимально тирает. Нормально. BFF-ная сися. Какая сися? Там не было сися. Это была не сися вообще. Ты что, сися никогда не видел в своей жизни, Карлон? Ты что? Где там сися? Это был Spider's Revenge. Это другое там. Блять, куда я полетел? Отвеща. Помню, вообще наоборот довольно большой шанс увидеть сисю. Скоро тут ничего другого-то и не будет, по-моему. Привет, луч. Спасибо за найс раны. Не хватает. Аккуратно. Не надо пока убегать отсюда. Рано. Кстати, гуся затыкали. Хорошо. Барри опять много пиздит. Я вроде только что его сварил. Настолько пиздит. Ай-яй. Не дело. Не доварил, похоже. Так я знал, надо было подольше подержать. Полароид не прокает. Не, это того стоило. Это того определенно стоило. Ты где был? Сверху, да?
На, вот он. Чем вешалка? Не знаю. По фану, наверное, уже. Какой полароид у меня стринг, это может полароид прокать эффект. Он буквально только что прокал. Этот тринкет может давать такой эффект. Так, пока ничего не ломаем. Вообще, может, я на босса пойду? А, да, тут же приколисты были. Ёпта, ёпта. Как же все бахает-то, господи. Как же много мух, офигеть. Кошмару. Столько мух желтых на этом этаже. Там меч, да? Нет. Оказалось. По идее, все еще что-то можно найти. Увы. Одни таблетки. Иди нахуй. Ёбаные эти, блядь, бомжи, блядь. Подземельные. Бесите. О, ролл. Шикарно. Так, терзу не берем. Это дамаг. Окей, дамаг беру. Опять получается, нет никакого смысла в этой душе. Ладно, другой раз. А что я не беру ключ-то? Ключ пригодится. Почти full house. А было что паролить? Я не помню. Что-то было в магазине? А, я там взял эту муху. Муху забрал. Ломать зеркало? Нет, это плохая примет. Не буду. Не буду я ломать зеркало. Лост. Блин, как же без гуся сразу. Ни скорости, ни терзы нет. Прям больно. Опа. Здрасте. Я считаю, это все аниме виновато. Вот аниме перестал, если все было бы хорошо у него. Я бы на его месте бы попробовал бросить аниме. Жизнь сразу пошла бы на лад. Кто еще? Ну, нормально. Жизнь корм. Деньги есть. Только виртуальные. Вон, все равно копейка есть. Я сейчас потрачу, правда. Ты еще золотая таблетка. Потерял ел. Зарулил. Ну ладно. Лучше бы карту вернули обратно. Хера не видно. А мне это лень фармить. Но, окей.
ты был. Бах. Во. Вот и полароид прокнул. О, еще раз. Let's go. Еще раз. What the fuck? What? Игра поломалась, по-моему. Игра поломалась, реально. Что происходит? А? Это мировой рекорд прока полароида с этого тринкета? По-моему, это новый мировой рекорд, только что мы установили. Сколько раз подряд это было? 5-6 раз подряд? A-sharpness. That's like 6 polaroid procs in a row. That's new. Ура, ломаем игру в этой комнате. Смешно. Окей, все, больше не будет. Сейчас это было не видно. Опять полароид. Ай, бля, все закончилось. Все. Это конец. Да, ролл на ангел нужен. Это, кстати, правда. Надо ролл оставить на ангел. Тут могут уже потом порулить, наверное. Агалас. Ну, я сюда еще вернусь. Я бей полароид. Полароид капец прокает часто, я вообще не понимаю почему. Че за проки от полароида бешеные. Все, поехали. Блять, что я делаю нахуй? Неважно. Неважно. Опять полароид. Капец, полароид проков. Что-то оно такого не было. А! Иди нахуй. Мя. Нож, я даже его не залочу. Я даже его не залочу. Ну, два ножа, ладно, все равно нормально, наверное. Пофиг. А, у меня тебя нету заряда, это параша. Блин, а были батарейки, я не помню. Тебе там, по-моему, уже закончено на самом деле. Тут уже можно просто, по-моему, заканчивать его уж. Кстати, много получил этих. Локап монеток. Здорово, лорд. Роу! Нет батареек больше. Может быть, энерджи? Энергия. Нет энергии. Нету. Похуй. Пора уже заканчивать, по-моему, с этой руной все равно. По-моему, я ее уже и так уже... израсходовал в этом ранее. Пошли. Скоро будет три ножа. Вернее, уже три ножа. Будет четыре ножа. Наебал. Будет больше. А, да, я загалкал тринкет. Ну да. Да пофиг. Бумажка тоже, мне кажется, уже не особо нужна.
Блин, как же без гуся грустно. Как же грустно без гуся. Опять скорость просто вся уходит. А, да, будет 5 ножей, это правда. Даже 5, а не 4. Точно. Еще больше. Ухуй. Гуся прокаем. Да еще кнопку найти. Где она? Ладно. Опять же, блайнда брать, она плохая идея. Ну, уже так все хорошо. Шиза ножиком. Офигеть, хп. Минус 0.7 скорость. Немного отжали, да. Немного отняли. Пролезу. Иди от меня. Да ты вне экрана хуйню свою исполняешь. Это зря хп взял сразу, надо было оставить. Я сам даже, по-моему, за ней не пойду. Не лень с этой скоростью обратно идти. О, просто уже иду к финишу. Бля, это Гидеон. Кринж. Окей, это не Гидеон. Кстати, погоди. Да. Тера. Ебать, Тера имба на этого босса. Просто имба. О, опять дьявол. Ой, ангел. Оговорка по ангелу. Здорово, Атом. Все, пошли ран заканчивать. Ой, Кселька. Это может быть хорошо, может быть очень плохо. Смотри, как повезет. Ну, смотри, так 2. С Гудхедом тоже, в принципе, неплохая тема. Наверное, да. Легкий майский билдец. Теплый майский билд. Найти какую-нибудь. Вернее, любую карту, у меня сейчас никакой карты нет. Ищ.
Ну... Открой. Ну, там умеченные. Еще XL? Не, не XL. Обычный этаж. Если снова будет на нас сделка, скорее всего. Шанс хороший. Что после XL. Карта. Лень. Там разные карты? Или там две одинаковые лежат? Я даже не помню, что там за... Что за карты лежат? Наверное, разные. Наверное, просто две рандомные карты. Тупички. Ёпта! Конец. Ну и это же у вас спидап, кстати, да. Без гуся. Спидап не отберут хотя бы. Дьявол. Похоже, дьявол говно. Сегодня. Сегодня похоже, ангельский день. Пока что ангел выигрывает. Ну-ка. Куда ножи полетели? Я даже не вижу их. Эй! Да господи, самонаводка, такое говно. Куда ты, блядь, там улетаешь? Куда ты улетаешь? Прекрати это делать. Господи, гребаная самонаводка с ножом. Какой же это кринж. Просто это в космос улетают ножи. Умри уже. Вроде уже пора. Вау, три атаки подряд. Атаки одинаковые. Привет, Кузя. Даже со 30. Нормально. Разогрелись на плюс 43.